Добро пожаловать на просмотр нового видео. По пикапу появилось много информации по обновлению, и эти новости вас очень обрадуют. Во-первых, в игре всего скорее появится деформация. Разработчик даже показал предварительный вариант. На нем мы видим, что у машины повреждены передние крылья, капот и передний бампер, особенно левому крылу фигово. Ну и вторая новость связана с ходовой пикапа. Глобально переделана передняя и задняя подвеска, карданный вал и задний мост. Также разработчик представил список того, что он хочет добавить в игру. Вот список, вот скрины. На этом новости пока закончили. Ждите обзор, который выйдет в выходные, на новый симулятор, которого еще нигде нет. Ссылка на группу разработчика пикапа в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.